Чё творим, бро? Меня зовут Саркио. Если бро, вы не поверите, сегодня у нас жесткое видео. Как видите, мы в новой квартире, вы не поверите, что мы здесь нашли. Мы нашли самую настоящую куклу Вуду на Бена утопленника, только вдумайтесь в это, банда. И даже сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Если честно, я сам не ожидал, что мы здесь найдем настоящую куклу Вуду. Да еще и на Бена утопленника. Персонажа, с которым мы даже не знакомы, банда. И вы не поверите, она где-то здесь. Черт возьми, вот она лежит, банда, посмотрите. О, господи, это же самая настоящая кукла Вуду на Бена утопленника. Окей, банда, не знали, эта кукла Вуду привязана на Бена, но нам сегодня нужно это знать. Именно поэтому сегодня мы призываем Бена утопленника и, возможно, же привязываем к нему эту куклу Вуду. Надеюсь, он меня не убьет и не утопит. Как он может это сделать? Банда, это такая жесть. Окей, супер, банда, тем не менее, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда, банда, я сделаю куклу Вуду на приковую даму. Только вдумайтесь в этом, банда, это будет такая жесть. Так что не допускайся, не жечь мне свой лайк и сделай новые видео. А также, бро, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь перед время Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе же не нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, и тогда ты будешь самой сильной банде на ютубе. А тем временем, банда, все это очень хорошо. Но мы еще в 3 часа ночи призываем Бена утопленника и, возможно, к нему привязываем куклу Вуду. И, возможно, сегодня мы даже его убьем. Окей, Суприм банда, ты просто такая жесть. Если честно, до сегодняшнего дня я не знал, кто такой Бен утопленник. Сегодня же, если познакомился, это просто жесть. Гляньте, какой он стрёмный, банда. Робин Гуд на минималках. Но, блин, с ним уже что-то не так. Он самый настоящий демон. А его глаза, из которых течет кровь, это просто жесть, банда. И на нашей кукле Вуду тоже есть кровь, видите это? И я не знал, ли это нарисовал тот, кто делает куклу Вуду. Либо эта кровь сама появилась, банда, это просто жесть. О, господи, окей, Суприм банда, тем не менее, сегодня я буду использовать эту куклу Вуду на Бена утопленника. И я очень надеюсь, что все пройдет более-менее нормально. Только из одного. Но я не знал, ли эта кукла Вуду привязана к Бену. Но и проверять сейчас этого я точно не хочу. Потому что если кукла Вуду не на Бена, то мы просто сразу используем. Потому что если кукла Вуду не привязана, то она не будет работать. Именно поэтому сегодня мы призываем Бена утопленника в 3 часа ночи и привязываем куклу Вуду к нему и посмотрим, что будет тогда, банда. Окей, бандиты, вы не поверите, но уже дьявольское время. 3 часа ночи, нужно тише разговаривать, а то мы можем разбудить соседей, банда. Вот эта кукла Вуду, это просто жесть, господи. Окей, для призыва Бена утопленника нам нужно выключить весь свет по всему дому. Черт возьми, это просто жесть. Мы реально сегодня призываем Бена утопленника. Это реально жестко, банда, и не завидую нашим соседям снизу, а то их может сегодня запросто затопить. Окей, что ж, идем дальше, банда, теперь нужно войти в ванную и призвать уже там Бена утопленника. Сегодня реально жесткий призыв. Господи, знали вы, как я волнуюсь, Суприм банда. Кстати, знакомьтесь, это наша ванна. Вы все еще не видели. Окей, сегодня здесь я призову Бена утопленника. Окей, бандиты, для призыва Бена утопленника нам понадобится свечи. Сегодня они у нас есть. А также нам нужно будет набрать полную ванную воды. Только вдумайтесь в это. Давайте наберем полную ванную воды. Черт, это просто жесть. Окей, теперь оставляем свечи. Надеюсь, вам меня слышно. Суприм банда, это просто жесть. Прошло уже несколько минут, и посмотрите. Мы расставили все свечи и разжгли их. Кстати, мы в ванной набрали немного воды. Я решил не набрать полную ванну, пошли немного соседей снизу. А то мы вызываем Бена утопленника и может произойти все, что угодно, да еще и с водой. Окей, Суприм банда, тем не менее, пришло время к призыву. Чтобы призвать Бена утопленника, мне нужно лечь в эту ванную. После чего полностью с головой или просто голову зануривать в воду. И когда я вытаскиваю голову, произносить эти слова: Бена утопленник, приди. И так 3 раза, банда. После чего, по идее, Бена утопленник должен прийти. Не знаю, ли вы знаете. Я там призывы, если честно, впервые о нем слышу. Но сегодня я это проверю. Черт один, здесь мы готовы. Окей, Суприм банда, что ж, я влезаю в эту ванну. Господи. Окей, бандиты, надеюсь, вы готовы. Черт, я реально боюсь, вы просто в это не поверите. 1, 2, 3. Бен утопленник, приди. Бен утопленник, приди. Бен утопленник, приди. О, черт, Суприм банда, это просто жесть. По идее, все, после этого Бен утопленник должен прийти. Подумай только, мы реально его призвали, это просто жесть. Призыв после этого должен сработать, черт, мы с вами даже свечи запалили. Просто все должно быть на ура. Настя, ты просто это видела? Да, я видела. Господи, такая жесть, банда, мне раньше никогда не было таких призывов. Самый опасный был честь нам в Орхе, самое что быть такой. Это просто жесть. Окей, тем не менее, банда, я думаю, что уже можно немного вставать. Черт, я полностью промок, Суприм банда, вы это видите? Окей, Суприм банда, давайте так, мы подождем пару минут, немного просушусь и уже дальше с вами продолжим, посмотрим, что будет дальше. Окей, бандиты, все прошло немного времени, я немного высох. Это просто жесть, я реально только что сделал призыв на Бена утопленника, черт возьми. Черт, нужно, наверное, все эти свечи уже затушить. Думаю, они нам больше уже не понадобятся. Окей, бандиты, все свечи затушены, вот кукла Вуду, по идее, после этого призыва там должен прийти Бен утопленник, черт возьми, я в шоке. Теперь осталось только одно, использовать эту куклу Вуду на Бена утопленника, черт возьми, это просто такая жесть. Я в таком шоке, банда. Сереж. Что-то странное происходит. В смысле, щедро не подало, черт возьми. Господи, Настя, что это? Я не знаю, меня не видно. Черт, погоди, сейчас я включу свет. Это просто жизнь, посмотри, здесь появилось.
видишь? Да, вижу. О, господи, суприпанда, это Бен Утопленный, господи. О, господи, Сереж, что это было? Я не знаю, скорее всего, что это пришел Бен Утопленный, Гнастя, черт, здесь реально были мокрые следы. Черт возьми, это реальный Бен Утопленный, скорее всего, что это уже он пришел. Это просто жесть, мне все еще в это все не верится, суприпанда. Панда, это просто жесть! Мы реально только что призвали Бена Утопленника, черт возьми, я в таком шоке! Но я не знал, если кукла вот на него привязана! Черт возьми, давайте сейчас это проверим! Господи, вы готовы? Вроде бы ничего не происходит, Панда, получается, кукла вот на него не привязана! Тебе нужно как-то ее привязать к нему, но не знаю как! Вы сами видели, Бен полностью прозрачный! Я не знаю, как нам его поймать, как вырвать его волосы, или же как-то взять его кровь, он полностью прозрачный! А зачем я просто никак не сможем его ни проткнуть, никак не вырвать его волос? Это впервые, Панда, что я не знаю, как привязать эту куклу вот на Бена Утопленника, черт возьми! Черт, вроде бы ничего не происходит, вы это видите? О, господи, мне реально уже стрёмно возвращаться назад. О, господи, Панда, посмотрите! Там кончился мой телефон, вы это видите? Там на фотографии Бен Утопленник, черт! Это просто жесть, суприпанда, что вообще происходит? Что с этим домом не так, что с этим Беном не так, суприпанда, это просто жесть! О, черт! О, господи, Панда, вы это видели? Черт, там кончился сам краник! Там никого нету, Настя, ты это видела? Господи, это ужас! Да, я в шоке, просто жесть! Черт возьми, суприпанда, что вообще происходит? Я в шоке, Панда, вы это видели? Он реально сам включился! Я только снимал, он сам включился, Панда, это ужасно! Черт, Настя, быстрее уходим, это просто жесть! О, господи, это просто жесть, Настя, ты это видела? Да. Он реально сам включился, сам включился краник, вы в это верите? Бен Утопленник реально в моем доме, я в шоке! О, господи, эй, Бен, ты здесь? О, черт, это просто жесть, суприпанда, я в шоке! Окей, краник где-то здесь! Вы это видите, Панда, он уже не работает! Это жесть, Настя, что происходит? Черт, он сам выключился! О, господи, суприпанда, я в шоке, я никогда раньше такого не видел! Сама включилась вода, Бен Утопленник в моем доме! Черт, о, господи, Панда опять включилась вода, вы это видите? О, господи, посмотрите, и здесь включилась вода! Господи, это уже вообще не смешно, суприпанда, он может нас запросто убить! О, господи, черт, это жесть, Панда, мне все еще это не верится, на часах 3 часа ночи Бен Утопленник пришел в мой дом! Где там-то Настя? О, черт, это жесть, вот, окей, Панда, вот кукла, вот, слава богу, что у него не успел забрать, черт возьми, что вообще происходит в этом доме? Черт, Панда, это реально жесть, нужно скорее использовать эту какую-то... Сереж, что? Эй, Сережа! Сереж, что? Господи, Сережа, переворачивайся быстрее! Сереж, эй, Сереж, ты что? О, господи, что здесь было? Я задыхался, Настя! Ты чуть не захлебнулся! О, черт, это просто жесть! Это все проделки Бена Утопленника, это жесть, господи! У меня реально срочно шла вода! Нужно скорее что-то сделать, чтобы Бена Утопленника скорее уничтожить! О, господи, Бена, не знаю, с чем это связано на улице, или дождь, вы это слышите? О, господи, там реально идет дождь в 3 часа ночи. После того, как мы вызвали Бена Утопленника, Панда, это уже не смешно. У нас огромные проблемы. Мы призвали Бена Утопленника, кукла вот на него не привязана. О, черт, это посмотри, что это? Ты видишь, здесь ходил Бен, и здесь остался какой-то волос. О, господи, Панда, нам повезло. Это волос Бена Утопленника, просто посмотри, какой он огромный. И такой весь плотинистый, это просто жесть. Господи, смотри, Панда, это просто везение. Окей, скорее, Панда, нужно привязать эту куклу вот уже к Бену. Это просто жесть, я реально счастлив. Похоже, мы выиграем эту войну. Похоже, мы уничтожим этого злого духа. О, господи, Панда, кажется, мне это все. По идее, мы уже привязали куклу вот к Бену. Черт, посмотрите, какие у него толстые волосы, Панда. Окей, что теперь, давайте уже испробуем эту куклу воду. Позвольтесь нашей бандиты и попробуем. Проткнуть куклу воду и посмотрим, что тогда будет. Вы готовы? На ваших глазах сейчас я протыкаю куклу воду на Бена Утопленника. Смотрите! О, черт! Мы это сделали, Настя! Черт, интересно, что будет дальше? Возможно, нас вообще сейчас захочет убить Панда. Ты слышала? Да, я слышала. Черт, это вообще не нравится. Мне очень страшно. Еще страшнее, Настя. Нужно забрать куклу воду, господи. Эй, ты видишь это? Посмотри сюда. Здесь кровавый след. Господи. Ты это видишь, Настя? О, господи, Панда, посмотрите. Здесь реально огромный кровавый след. Господи, это просто жесть. Это идет из нашей спальни. А вот здесь Бен Утопленник меня душил. И посмотрите, здесь самое большее крови получается он был здесь. О, господи, Настя, это жесть. Куда она вообще ведет? Посмотри. О, черт. Эй, Настя, посмотри на это. Ты это видишь? Господи, здесь кровавый отпечаток руки. Посмотри, какая у него маленькая рука. Это жесть. Скорее всего, что он нашел ванную, Настя. Это просто жесть, господи, как бы так аккуратно это сделать? О, черт, Панда, здесь то же самое. Это просто жесть, гляньте. И вся вода в крови, Настя, ты это видишь? Господи! Это просто жесть, Панда, Бен Утопленник реально в моем доме. Мы реально его ранили, господи, это ужасно. Скорее, Настя, уходим. Господи, мне кажется, он уходит, но я не хочу его так просто отпускать. Нужно просто его уничтожить с помощью кукловода, Панда. Ой, Сереж. Что случилось, Настя? О, господи, что с тобой? Эй, Настя, что происходит? О, господи.
Господи, Настя, что это было? Ну, преподавай, это видели, это просто жесть, у нас не шла глаз кровь. Господи, нужно уничтожить куклу Вуду. Ну, господи, под, это просто жесть, нужно разорвать куклу Вуду, черт. На тебе, как тебе такое? О, черт. Посмотрите, Панда, я просто разорвал куклу Вуду. На Бена утопленника, Панда, вы это видите, это просто жесть, эй, Настя. О, господи, эй, Настя, очнись. Это просто жесть, тебе реально с глаз шла кровь. Посмотри, я разорвал куклу Вуду, ты это видишь? О, господи, теперь Бена утопленнику точно конец. Эй, что там? О, господи, неужели это опять Бен? Черт, Суприм Панда. Гляньте, вода смывается, Настя. Бен уходит, ты это видишь? О, господи, это просто жесть, Суприм Панда. Посмотрите, вода реально смывается, я в шоке. Черт, посмотрите, я реально разорвал куклу Вуду на Бен, это ужасно. Черт, что это такое, Панда? О, господи, Панда, посмотрите, это же Бен утопленник, черт. О, господи, нет, ты больше нужно вырубиться, ты черт.